В ночь на субботу в поселке имени Горького неизвестные преступники обокрали местного предпринимателя, занимающегося автомобильным страхованием. О том, что в павильоне, стоящем с торца завода управления, побывали воры, стало известно только с наступлением рассвета. Единственное окно было распахнуто настежь, а решетка, прикрывающая стеклопакет, варварски отогнута. Увидели следы проникновения случайные автомобилисты. Они же и звонили полицейским. Вскоре на месте ЧП появился и владелец бизнеса. Найти его удалось по телефону, указанному на вывеске. Молодой человек рассказал, что сигнализации в киоске нет. За 4 года работы павильон подвергся ограблению впервые. Вероятнее всего, воры приехали к месту ЧП на автомобиле. С его помощью им и удалось выдернуть решетку. Добычей преступников стал сейф с бланками страховок. Там же лежала выручка около 50 тысяч рублей. Также исчез компьютер, в котором хранилась клиентская база данных и финансовая отчетность предприятия. С места происшествия Виталина Кондрахина, Татьяна Шамбурова и Павел Рогатин.